нашей стране и не только, за то, что мы можем работать без всяких там директоров, продюсеров и так далее. Вот только этим составом стремимся развиваться, учиться. И спасибо за то, что вот такие залы у нас замечательные, душевные собираются. Звукорежиссеры у нас сегодня отрываются. Друзья, что мы будем петь? Что-нибудь в том же самом жанре, в нашем исполнении? Дело в том, что она впервые прозвучит, эта песня, и я надеюсь, что с вашей поддержкой. Я тебя не